Знаете, кто такие чумаки? Были в старину рисковые мужики, возившие соль с озера Эльтон в далекую Москву и даже столичный Питер. Они-то и основали 250 лет назад, сами, без всякого царского приказа, Покровскую слободу, ставшую потом городом Покровском. Юбилейный фильм «Чего проще?» За стольные годы выработан безотказный рецепт. Немного истории, рассказ об успехах социалистической индустриализации, интервью с начальством о светлых планах, ну и в заключение что-нибудь веселенькое, песни, пляски. А начинались такие съемки, как правило, с визита в горком партии. На его балконе, рядом с кабинетом бывшего первого секретаря, мы познакомились с важной персоной, Катенькой Кокаревой. Здесь теперь школа искусств. Не получилось Городова рассказа о местных промышленных гигантах. Вот, например, известный на всю страну троллейбусный завод. Вроде бы работает, но за месяц выпускает столько машин, сколько раньше отгружал за один только день. И ведь заказчиков тьма, да нет у них денег на оплату. И все же есть в Энгельсе предприятие, упрямо сопротивляющееся кризису. Эта мельница построена еще до революции, предприимчивым купцом. Оборудование, конечно, современное. Устроиться сюда очень нелегко. Конкурс. Почему? Ясно почему. Зарплату выплачивают в срок. В приемной дирекции трубного завода на стене мы увидели вот этот диплом. Факел Бирмингема, присланный из Америки. За успехи в трудном деле перехода от плановой экономики к рыночной. Завод стал оживать, когда поднял качество продукции, что подтверждено международным сертификатом знаменитого Ллойда. Новые времена, новые герои. Познакомимся с одним из них. Малиновых пиджаков никогда не носил. В казино не был. Некогда, да и неинтересно. И Мерседеса у него, представьте себе, нет. Хотя кабинет солидный. Владимир Иванович Царанок, не попросив у государства ни рубля, организовал в учебных мастерских химико-механического техникума производство газовой аппаратуры. Сейчас продукция фирмы «Радон и компания» отправляется в 86 регионов страны, вплоть до Камчатки. 150 человек получили хороший заработок, а учащиеся техникума – место для практики. Старый провинциальный Покровск мы хорошо знаем по двум веселым книжкам «Кондуит» и «Швамбране». Конечно, за последние десятилетия он порядком изменился.
И все же душа города не в новых кварталах. Она здесь, в этих тенистых улочках и переулках, в старинных домах, в тихих уютных дворах. Старина, она требует заботы, ухода, а значит и денег, которых, увы, нет, и неизвестно, откуда взять. А ведь так надо что-то подремонтировать, обновить, украсить. В кабинете главы администрации Ивана Ивановича Свистунова в который раз обсуждаются варианты праздничного оформления, эскизы нового герба города. ...250 лет – серьезная дата. И, конечно же, она будет отмечена. И будет музыка на площадях, всяческие игры, конкурсы. Будут гуляния, танцы, новые знакомства, а потом, потом. Чумаки, основавшие когда-то Покровскую слободу, были люди с характером. Пройди-ка 1000 верст, в лаптях, в любую непогоду, по тогдашним дорогам, погоняя медлительных валов. Пожелаем их потомкам такого же терпения, хорошего упрямства, долголетия и счастья, разумеется, им и их родному городу.